Я стал жертвой компании Pride. Все началось еще с момента приобретения акустики. То есть я хотел себе приобрести динамики, мои штатные места, свою любимую восьмерочку. И заказал, как мне посоветовали, лучшие динамики, Solo 8. Я взял, все померил, все должно было стать штатные места. Но мне пришло 8 пар, и динамики оказались больше моих ожиданий. С чем и возникли проблемы с их установкой. Также я захотел себе поставить саундбуфер. И мой друг Михаил Савин посоветовал мне поставить ST-15. Я заказал на официальном сайте про это ST-15, а мне пришло 4 штуки. Что также возникли проблемы с их установкой. А мне, как человеку семейному, плюс еще таксующему, это довольно-таки накладно стало, поскольку вся эта акустика заняла большую часть моего автомобиля. Но это было полбеды. Самое главное, что они разваливали мою машину по сегодняшний день. Разбитые стекла, коробка, двигатель. Это не передать словами ту боль, когда ты видишь, что твоя машина умирает у тебя на глазах. Так что теперь я подаю в суд на компанию Pride и на их акустику, которая разваливает наши автомобили.